А в нашей студии фитнес-инструктор Александр Лобанов, а это значит, самое время сделать утреннюю зарядку. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, включаемся вместе с нами. Поэтому проснулись, взбодрились, улыбнулись. Сегодня проведем нашу зарядку в таком стиле мини-диско, более веселую, под расслабляющую. Музыку. Под музычку, да. Поэтому, у кого есть возможность, невредные соседи с утра включаем и бодримся. Итак, первое наше упражнение. Руки ставим перед собой, ноги вместе. Отступили в сторону, подтянули руки, обратно. И такие делаем движения. Разогреваемся. Улыбаемся при этом, не забываем. Оп. Баться важно. Потом немножко усложняем. В моем случае я беру гантель. В вашем, если вы имеете домашних животных, будет просто замечательно. Берете котейку перед собой, на ручки, руки вместе. Отошли, поцеловали, обратно и поехали. Улыбаемся, делаем. Если вы хороший хозяин, то у вас когтябра тяжелая. От этого ваша физическая нагрузка будет намного лучше. Когтябра? Когтябра. Это кот? Потом. Итак, дальше. Опять же, ноги на ширине плеч, теперь руки вверх. О, помахали, улыбнулись. Раз. У меня вопрос. А если, два. Например, у человека живет овчарка дома? Является то человеку это... придется быть очень сильным, чтобы... Является ли это дополнительной мотивацией для этого? А он может просто так, оп, подсел, взял ее за мордашку, так, оп. Ага. Оп, все, но сразу. Целовать в лицо животное обязательно, правильно? Ну, не обязательно. Сейчас с этими темами про наши вирусы, поэтому хорошо, можно так. Извините, носик так. В носик. Понятно. Хороший. Итак, в честь прошедших праздников, девушки, вам самое топовое упражнение на ягодицы. Так. Оп. Запоминаем. Легли. Одна нога у нас. Так, вторую закладываем. Все, наше положение. Руки по швам. Поднялись. Прожали ягодичные и обратно. Хорошо. Это называется ягодичный мостик? Да, только немножко, видишь, совершенствовано. А, понятно. Более ягодичный получаем сепарацию и поменяли. При этом мы с утра проснулись, слегка там оп, потянулись, закинули ножку и поехали. Ну и не забываем поцеловать домашнее животное. Да. Носик. Александр, носик. Спасибо вам большое, все, шикарно. Спасибо. Я думаю, что на этом прекрасном изумительном упражнении можно сказать спасибо. Девушки, лучше уже сегодня не будет. Повторяйте, пользуйтесь.